Всем привет. Мы продолжаем проходить Batman Arkham City. Нужно проследить за маячком, который я прикрепил к одной из клана убийц, и найти кровь Разальгула. А точнее, найти самого Разальгула. Мы туда попадем только с помощью вот этого крючка. Так, и потом... Ай, чуть-чуть не попал. Ладно, чуть поточнее. А, нет, нормально. Меня автоматом выкинуло на нужную мне платформу. Иди-ка сюда поближе. Вот, отлично. Это все? А, последний. Он там под ковром спрятался. На тебе тогда в ухо с ноги. Так, мне сюда. Оракул. Кажется, Джокер отправляет своих бандитов отнять оружие у охранников Тайгер. Это плохо. Они вооружены новейшими военными образцами. Если Джокер получит, их сам понимаешь. Не получит, я не позволю. Как он серьезно настроен, а? Ну надо же, кто это у нас тут? Как дела, док? Тут мы будем действовать скрытно. Кто-то в этой комнате использует глушилку. Нужно нейтрализовать его, чтобы просканировать комнату на наличие целей. А как бы наверх-то забраться? Ладно, видимо так. Так вот, у него глушилка. Тогда его и грохнем. Слепую дерусь. Главное мне его добить. Все, и наверх сразу. Давай подальше уйдем. Все. Я теперь хорошо вижу хотя бы. Добьем? Добьем, отлично. Опять наверх. По-моему, меня заметили. Зацепил, отлично. Давай, наверх. Сколько их еще? Ну-ка, вот этого мы, пожалуй, захват с высоты. То, что нужно. А, последний остался, по-моему, он. А, удар в планировании сразу же. Здрасте. Все, по-быстрому разделались. Так, еще здесь мы сейчас... Давай-ка, взорвем вот это дело. Так, еще два контейнера осталось. А тетку эту спасать не надо? Что скажешь? Спасти. Держись. Я думал, сейчас он ей в живот ударит. Повезло. Так. Спасибо. Что вы делаете в Arkham City? Я в Arkham City? Какого черта я тут делаю? Меня схватили возле больницы, в которой я прохожу интернатуру. Мне что-то вкололи, я очнулась в каком-то здании там наверху. Начальник этой дыры собирал врачей по всему городу, чтобы вылечить Джокера. Кажется, вам тоже не повезло. Он умирает, да? Похоже на то. Ничего, что мне его совсем не жалко. И что мне делать дальше? Оставайтесь здесь, держитесь подальше от чужих глаз, и все будет в порядке. Я скоро вернусь. А почему метки две?
Оракул, это я. Джокер не украл оружие у Стрэнджа. Стрэндж сам его выдал Джокеру. Ты уверен? Нет, конечно же, ты уверен. Но зачем ему это? Возможно, он пытается контролировать того, кто заправляет на улицах. Я проверю. Окей, но может сначала разыскать Раса? Я занимаюсь этим. Не волнуйся, Барбара. Почему у меня цели две? Найти Разальгула и получить образец его крови. Проследить за убийцей. Я что-то даже теряюсь, куда идти. Не знаю, пойдем вниз. Ну да. А подожди, вот дверь. Дверь есть. Этот мир обречен. Вроде города вроде Готэма становятся похожими на врата в ад, пробивающиеся из мостовой и устремляющиеся в небо. Громадные здания закроют солнце, а люди, живущие в них, будут задыхаться из-за загрязненного ими же воздуха. Затем, когда не останется больше свободного пространства, этот мир погибнет в агонии. Ошибками человечества заколотят крышку его гроба. Кто шалит-то? Но такое будущее не обязательно должно быть твоим, Готэм. Что это с ним? Его кто-то убил. А что, меня просто так пустят и все? Надо немножко побить, пётик. Минус одна точно. Ай, резануло чуть-чуть. Ну ладно. Это все? Да? Механические стражи будут служить вам, заботиться о вас, а если понадобится, уберегут вас от самого страшного греха. Но главное, наш прекрасный мир выживет. Леди и джентльмены, позвольте представить вам грядущее. А, вот чудо-город. А, и чудо-город. Это все, конечно, здорово, но сначала нужно вот здесь взорвать. Не попал. Такое бывает. Тут какие-то роботы. Хорошо. Бам-бам-бам-бам-бам. Чё мы прокачаем? Наверное, давай баллистическую броню. Огнестрела. Да, лучшая защита от огнестрела. Тут, наверное, куча всяких секретов и знаков вопроса, но они просто мне вот попадаются. Оп. Как отсюда выйти-то? Бэтмен жирный, не может пролезть. О, протиснулся. Сигнал маячка выходит за дверь, но дверь, кажется, не открывалась много лет. Наверное, убийцы проходят другим путем. Логично. Это, наверное, знаменитые механические стражи Чудо-города. Кажется, у них весьма сложные механизмы. Я засек пленку, на которой хранилась их память, похожая на видеопленку. Возможно, я смогу просканировать ее и провести анализ. Че, по классике режим детектива включаем, да? Сканируем. Надо всех роботов так сделать. Одного будет недостаточно. Данные неполные.
Эта технология намного опередила свое время. Кажется, данные хранятся в общей памяти. Возможно, я смогу получить информацию из других стражей. Сейчас мы со всех информацию высосим. Да, тут попрыгать придется. Ой, кто-то пришел. Охранники. Все. Минус тетя. А кого я тут не сканировал-то? Вот этого робота. Так, это были, которые видимые. Теперь давай смотреть, кого мы наверху можем найти. Оп. И... Ой, загадочника что-то... Какая-то загадочка. И... Один из трех. А там он, а там другой. Я не знаю, короче, как достать его. Давай роботов искать лучше. Надо как-то одновременно оказаться на трех разных точках. Вообще без понятия, как это сделать. Где все роботы? Это вообще халява. Так. Допустим, вот один лежит. Вот так. Эх, подожди, мне бы не упасть во время драки. Этого робота я определенно поймал. Хорошо. Ну, в смысле, нашел. Еще примерно штуки 3 надо найти. Ну, сейчас к этому пойдем. Ну, где поближе всех. Как добраться? Вот, он где-то тут. Отлично. Нашелся. Дорогой ты наш человек. В смысле, робот. Еще два. Надо всех, кто здесь... Кого я вижу, в принципе, каждого надо осмотреть. Ну, пойдем вот к этому роботу. Нет, мне выше надо. Вот он тут. Так, тетки. Ну, давайте, выпрыгивайте. Что, мне просто так его дадут? Ну, ладно. Все, это был последний. Запись системы наблюдения показывает мне, куда ушла убийца. Она, наверное, пользовалась тайным входом. Его надо найти. Какие-то кирпичики, что-то нажимает и уходит. Ладно. А, эта запись постоянно проигрывается. Активируем секретную панель. Прикольно. Кажется, сюда может подойти меч. А вот и меч пришел. Ха-ха. Я думал, он ее ртом на этот клинок насадит. Но Бэтмен... Протокол 10 вступит в силу через 4 часа. Подождите его.
Протокол. У меня тут дело еще по горло. Я понял, что это за стенкой, но как туда добраться, я не знаю. Вот. Вот тут мина. А эту мину можно... Нет. Что мы с ней еще вот так вот можем сделать? Может быть... Даже идей никаких нету, чем бы ее треснуть. Просто побежим. Ладно. Короче, я не знаю, чем ее отключить. Может быть, только заморозить, если. Что, у меня еще бэткоготь есть? Нет, не подойдет. Батаранг тоже. Взрывчатый гель. Попробуем. Ну, взрывчатка нет. Взрывчатка к взрывчатке не липнет, это по-любому. Это дичь. Деструктор тоже нет. Нет. Я не знаю, короче. Дальше пошли. Не будем на этом заострять внимание. Какой звук мерзкий. Лекарство поперло. Ну, в смысле, яд. Давай, ушастый. Господи, ты или это? Брюс, ты меня слышишь, милый? Ты должен выйти на свет. Мы с папой ждем тебя. Мы так по тебе скучали. Ты должен это сделать. Мы так тебя просим, Брюс. Брюс, ты меня слышишь? Показатели на датчиках костюма падают, и очень стремительно. Ты должен найти то, что ищешь. Немедленно. Сколько у меня времени? Слава богу, в общем, я скажу все как есть. Счет идет на минуты, без шуток. Брюс, скажи, что мне делать. Что делать Робину, если ты не успеешь? Что все обгадятся. Я успею. Ну, сейчас нет смысла что-то в разные стороны бежать, что-то исследовать, потому что ничего не работает. Бэтмен полуживой. Нам сюда. Это прям похоже на какой-то их центральный зал, что ли. Надо было послушаться, когда тебя предупреждала. Здесь тебе ни один друг не поможет. Хватит. Какие у них у всех замечательные жопы. Здравствуй, Таня. Как ты нас нашел? Узнал твою личную охранницу. Нужно было лишь следить за ней. Пожалуйста, госпожа, он обхитрил меня. Прочь, я разберусь с тобой позже. Чтобы увидеть меня, не нужно было добиваться своего ареста, Брюс. После той ночи, что мы провели в Метрополисе, ты мог бы просто позвонить. Я пришел не к тебе. Где Рас? Если он снова мертв, тебе придется разбудить его. Только истинный преемник может предстать перед великим Разальгулом. Мой отец... Всегда хотел, чтобы мы были вместе. Вместе командовали его армией. Только представь это. Ты. Я. Лучший мир. Твое лицо, что случилось? Я здесь, чтобы занять место рядом с тобой. Ты хочешь стать ассасином? Почему я должна верить таким резким переменам? Ты видела мое лицо. Похоже, что у меня есть выбор. Ты готов пройти последнее... пройти испытание демона? Ты должен показать, что готов отнять жизнь, чтобы спасти мир. Я готов. Талия Аль Гул говорит,
Тогда приступим к испытанию. Какие у него шикарные формы. Тысяча воинов пали в погоне за демоном, а их преемники лишь дети, восставшие против бездны мироздания. Я и пострашнее видел. Ничего не подготовит тебя к грядущему. Твоя судьба предопределена. Я не отступлю. Я слышал эти слова сотни раз. Надеюсь, для тебя они станут правдой. Значит, твое путешествие начнется за этой дверью. Тогда приступим. Брюс, ты уверен? Это испытание смог пройти лишь один. Ты меня отговариваешь? Нет, конечно, просто я хочу, чтобы ты понимал, на что идешь. С кровью демона каждый бьется в одиночку. Как обычно. Что ж, да смилостивятся духи. А там ничего, там просто пустая комната, метр на метр, и все. Добро пожаловать, детектив. Я великий Розаль Гул. Тебя ждет первое испытание демона. Испей из этой чаши, все очень просто. Ну давай, припьем чуть-чуть. Хорошо, почувствуй, как кровь демона разбегается по жилам, восстанавливается здоровье и подчиняя волю. Вот, мне уже лучше, кстати. Следующее задание тоже простое. Следуй за мной через этот мир и все. Если чего-нибудь дотронешься, умрешь. Полетаем, да? Окей. А все уже можно? Куда лететь? Я понял. Пик. Все, я достиг. Долетел. Испытания покажут, хватит ли у тебя сил вести мое войско. Можешь ли ты спасти мир от зла, которое его разрушает? Так, давай, мужик, ты показывай просто, куда лететь и все. От тебя больше ничего не требуется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не туда. Она. Зачем вот эти волны сделаны? Там же просто по прямой можно было планировать и все. Блин, а так не дотягиваешься. Не, надо как-то более адекватно это делать. Прям вот как показано. Да, он и дальше летит. Пик-чик. И не дотягиваюсь. Не получается. Вот сейчас что-то получше взлетел, кажется. Но все равно не то. Не. Что там посередине пишут? Что-то там про набор высоты. Наверное, чем резче вот так вот, тем лучше. Блин, в сторону вообще улетел. Не то, не пойдет. Чередуйте пикирование и набор высоты.
Да что так сложно-то? Все, наконец-то. Ну и долго мы летать будем. Ощущение, я бы ему в голову даже не попал. Или тот, кто его искал. Станешь ли ты моим наследником? Без понятия. Попробуем. Ага. Опять 25. Что-то я дальше не особо видел, куда лететь, но кажется сюда. Ой, тихо, я ж промазал. Понятно. Блин, а хорошо летел. А, мы на месте. Кровь демона помогла мне прожить 600 лет. Представь, сколько добра ты совершишь. Ну да. Сколько людям, скольким людям ты сможешь надоесть своим присутствием? Крепился чудом. Я вижу, твое тело слабеет. То малое количество, что я тебе дал выпить, позволит тебе прожить всего несколько часов. Пора тебе принять решение. Отлетать. Тоже мне испытание. Одни полеты. Ну, уже вроде получше получается. Хи-хи-хи-хи-хи. Это големы какие-то песчаные, что ли? Да, скорее всего. Пора встретиться со мной лично. Пройди последнее испытание, и кровь демона подарит тебе вечную жизнь. А, последнее испытание. Дай-ка угадаю, полетать? Ну да. Надо же, попало в дырочку прям. Неплохо, детектив. А теперь попробуй найди меня, получи свою награду. Где его искать? Ну, детективное зрение у меня не работает. Ну-ка, смирно все. Бэтмен идет. Ты справился. Тебя это удивляет? Конечно же нет. Я всегда в тебя верила. Где Рас? Мне нужно поговорить с ним. Время на исходе. Последнее испытание за этой дверью. Да смилостивятся духи. Блин, ну и слово. Короче, с духами будет все в порядке. Разальгул. Отец. Добро пожаловать, детектив. Пришло время сделать выбор. Убей меня. Стань главой демона вместо меня. Это твоя судьба. Я никогда никого не убью, даже тебя.
Что? Ты солгал мне. Мне нужен был образец крови твоего отца. Это был единственный способ. Позволь помочь тебе. Используй мой меч. Возьми ее всю. Нет. Это окончательный ответ. Что-то он задумал. Эй, кровь-то, крови-то дай. О, молодой какой. А в магазине можно так стеночку приподнять? Теперь только один из нас может покинуть этот покой живым. Это мы еще посмотрим. Штанишки у него не очень. Ой, сколько в трусишках песка будет. Давай. Где все-то? Пальмы. Нужно было убить меня, когда была возможность. You cannot beat us. Убери мощь источника воскрешения. Что делать? А, тут прыгать надо в сторону. Попадать вот в этот тайминг. О, отлично. Ой. Блин, я что-то не очень среагировал. И где он? О, вот оно что задумали. Слушай, так это очень похоже на бой с Deathstroke'ом в Batman Origin. Мир подчинится нам. Мы очистим его от человеческой мерзости. Лишь мы способны на это. Отец стар, его время ушло. Наше лишь наступает. Возьми его клинок, убей его. Прими свою судьбу. Прими нашу судьбу. Талия, ты знаешь, что я не могу. Тогда, любимый, ты умрешь. Да нет. Я ж Бэтмен. Имя нам Легион. Я не знаю, я нажимаю на уклонение, а он все равно что-то не это, не уклоняется. Может, в сторону просто прыгать надо? Ну-ка, сейчас попробуем просто в сторону прыгануть. А я еще не вижу. А как, какой гель? О чем ты? Вот. Надо было просто в сторону прыгать. А так он попадает.
Ну все. Так, ну теперь у них защита получше. Оп. Успел. Отлично. Эй, блин. Вот тут они меня часто ловят. Это прям один в один Deathstroke'ом битва. Он так тоже лупил меня. Русь. Ха-ха. Ну что, старый, будем сдаваться. Дочка тоже хороша. Что ты делаешь? Слушай меня, детектив. Слушай внимательно. Ты убьешь меня и станешь главой Лиги Убийц, потому что в противном случае я буду вынужден убить единственного человека, которого ты любил. Это не входило в планы. Не-а. Чик. Как бананом просто его. Как комарик укусит. Ну вот, кровь надо сдавать, детектив. Тебе нужно было убить меня. А иначе? Да, нужно было. Что же за человек способен пожертвовать собственной дочерью? А ты? Ты солгал мне. Я думала, ты любишь меня, Брюс. Я думала, ты готов присоединиться к нашему походу. Талия. Не надо. Вы двое друг друга заслуживаете. Вот, обидели женщину. Ты выглядишь старым, раз. Что происходит на самом деле? Я слишком много раз использовал источник воскрешения. Я прожил 600 лет. Мое тело и разум больше не выдержат. Каждый раз. Каждый раз погружаясь в источник, я боюсь того, чем это закончится. Источник испортил твой разум. Подумай об этом. Если источник попадет не в те руки, ты лишишься силы и не сможешь прервать века. Века ужаса, что за ним последует. Это шанс на искупление, раз. Останови свой поход, или я вернусь за тобой. Ну, по-моему, Разальгула мы больше в этой игре не встретим. Брюс, где ты был, чтоб тебя? Я думала, ты погиб. Разочаровал? Прости. Тебе удалось найти Разальгула? Погоди, показатели костюма снова в норме. Ты опять здоров? Что происходит? Раз его люди окопались под Архем Сити. Говорят, готовят какой-то эликсир под названием Лазарь. Он его использует уже сотни лет, постоянно дорабатывая. Теперь эта штука даже может его оживить после смерти. Ты тоже его пил? Он меня заставил. В малых дозах он лечит почти все болезни, но даже тогда проявляются неприятные побочные эффекты. Длительное применение здорово повредило Разальгула. Так ты вылечился? Нет, эффект временный. Раз пытался меня убедить использовать воскресающий источник, но риск того не стоит. Когда закончу, нужно будет хорошенько изучить технологию, пока сказал Расу закрыть его источник. Думаешь, он послушает? Не думаю. Он зависим от источника. Я дал ему шанс справиться с этим самостоятельно. Или я вернусь и помогу ему. Все, можно выходить отсюда. Робин, передал тебе. Сейчас в больнице вам Готэма, там творится какое-то безумие. Сейчас соединю. Привет, Барб, рад тебя слышать. Это я. Что там происходит? Брюс, дела плохи. В больницу привезли уже 30 зараженных, еще 50 в Мерси. И похожая ситуация по всему городу.
Я запустила симуляцию. К утру, кроме Джокера, может оказаться 2000 человек. Скоро они начнут умирать. Я направляюсь обратно к Фризу. Надеюсь, образец крови Раза поможет завершить формулу лекарства. Надеюсь, ты прав. Подожди, может быть, мы сможем через вот этот люк выбраться? Так, наверное, покороче будет. Здравствуйте. Да тут недалеко, слушай. Вроде как. Хотя, может быть... Хотя, может быть, если бы я пошел другим путем, возможно, быстрее было бы. Ну ладно. Здесь я взорвал эту штуку? Да. Теперь куда? Попробуем на лифте прям добраться. Ну да, это даже не лифт. Я не знаю, что это такое. Но я отсюда пришел. Погоди, а вон загадочненько штучка. Иди сюда. Короче, надо лететь вот так. Да. Я не помню совсем, где выход. Вроде я сюда смотрел. Звуковой батаранг. Не знаю, зачем он нужен, но давай просто прокачаем. Что-то там с датчиками врагов каких-то зашибает. Вот. И мы примерно... Не в ту сторону. Наверное, я не знаю. Вот, точно, не сюда. Все, выбор, да, блядь. Давай. Нажимаю разные кнопочки. Так, мне сейчас надо будет идти к мистеру Фризу. Уже 2 часа. Не-не-не-не-не, давай-давай-давай, мимо. А то мы тут надолго. Блин, а как я сюда? Вот. Халявных парочку даже. Да не та кнопка. Хотя подожди, где я оказался? Мне надо посередине пролететь. Да. Все не так. А сейчас вообще не показывалось.
Там Б нужно нажать в полете. Не хочет. Почему? Я ничего не понимаю. Может, я уже на нужном месте? Нет. Нет, он не хочет почему-то. Подожди, ну я ведь же верно нашел. Замуровали демона. Как выбраться-то отсюда теперь? Тросомет, ну, выстрелить. Вот туда надо. Наверное, я не знаю, тут похоже все, одинаковое. Как выйти-то отсюда? Блин, давай попробуем, может, я все-таки оказался на нужной половине. Нет, я тут взрывал, я это помню. Вот почему не получается? Ну-ка, я сейчас пролечу пока и попробую камерой покрутить. Так, мне не туда. Значит, мне в ту сторону. Но почему-то не выходит. Вот туда надо мне. Так, давай следовать подсказкам. Нацелить. А, выстрелить. Хорошо. Пока едем, можно стрелять еще раз. Так, ну это тоже надо очень быстро все делать. Да, сложно. О, как-то так. Наконец-то я выбрался отсюда. Теперь-то куда? Какие-то кнопочки, какая-то хрень вообще. Что это такое? Все, открытие. Открывает соответствующие ворота. Зачем? Может, я не туда пришел? Ну, тут надо запустить электрическим, наверное. А, нет. Управляемым. Как там его? Надо, чтобы он электрический был. Ну, тогда я без понятия. Я просто хочу выйти отсюда. Просто выйти.
тут электричество. Тут кнопка. Блин, ну давай кнопку нажмем. Тебе здесь не рады. Я не хочу драться с тобой, Крок. Дай пройти. Твой запах изменился. Я чувствую смерть. Мне даже не нужно драться с тобой, Бэтмен. Достаточно подождать, и твой труп сам плывет мимо. Ну иди тогда в жопу отсюда. И чё? Что мне это дало? Я же здесь проползти не смогу. Мне нужно развернуться и идти к станции метро. Развернулся. Ну и где тут нахрен станция метро? Нет. Я подожди. Вот это что такое? Куда я упал? Ну как бы вообще зачем я упал? Скорее всего, комната какой-то пасхалкой. Вообще без понятия, что я тут делаю. Дичь какая-то. Вниз определенно не вариант. А, тут загадка. Мне сдается, надо возвращаться назад. Только куда? Куда потом? Попало вообще, зачистил эту комнату просто. Что я тут делаю? Это пикает. Может, где-то здесь проход есть? Они начали использовать щиты. Щит отражает прямой удар, не спасает от падения сверху. Хорошо. Чик, чик, чик. Так, Б и вот так. Б и вот так. Чуть враги усложнились с этими щитами.
Но я думаю, не беда. Здесь я был. Определенно. И выходил как-то отсюда. Вот что-то вот в этом роде, по-моему, как-то тут можно. Как-то. Угу. Я тут могу пройти? Да. Подеремся тогда с толпой. И я как раз... Я как раз выберусь на улицу отсюда. Может, только так можно будет, можно было отсюда выйти. Мелочь все разгоню, потом будем со щитами разбираться. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже, храни. Тепловизор. Или как он там? Рентген. Так, Б и потом А. Опять Б. Да, подожди ты. Короче, со щитами опять самые, наверное, противные. Самые противные враги. С ними дольше всех возиться. Хорошо, хоть подсказывает. Щит потерял, гаденыш. Так, 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 так. Слушай, ну тут было закрыто. А, открыто, по-моему. Я же открывал здесь. Чик, ломаем. Вроде это выход должен быть. Да, это выход, почти. А чё? О. Да, я здесь секретку забирал, вот здесь. Ну как секретку? Выход. А вот всё, я ж думал, всё, хана, я опять меня замуровали. Всё, я наконец-то на улице. I don't know, Barbara, but I am going to find out. Допросить Квинси Шарпа и узнать, что там про Стрэнджа что-то. Ладно. Давай, сейчас по-быстренькому его допросим. Что-то такое ощущение, что я кручусь рядом где-то с ним. Ну-ка, подожди по карте. Да я прям рядом. Здрасте.
совсем не могу припомнить, кто такой Квинси Шарп. А, это мэр города. Ага. Я понял. А где он? Я прям под ним или над ним? Нельзя бросить мэра умирать. Нужно вернуться. А куда вернуться-то? Где он находится, вы мне скажите? Я не понимаю. На каком даже этаже просто он находится? I can't leave the mayor to die. I need to go back. Так а где он? I don't need your help, Batman. Мне нужна твоя помощь. А звук довольно-таки четкий. Я не вижу его. Может, он на земле? Вот, допросить. А вот он где? Среди... Я думал, он сидит или стоит. Нет, пожалуйста, нет. Я хочу знать все о Стрэнджи, о том, как ты с ним, с этим связан. Я все расскажу. Стрэндж пришел ко мне еще в лечебнице, сказал, что у него есть очень влиятельные друзья. Такие люди, что способны организовать что угодно. Мне нужно было лишь закрыть глаза на эксперименты Стрэнджа и заниматься своей кампанией. Он сказал, что его друзья обеспечат мне победу. Кто они? Нет. Я не знаю, мы никогда не встречались. Они просто все финансировали. В деньгах они вообще не стеснены. Мне нужно было только создать Arkham City и поставить на ним Стрэнджа. Все верно. Готэмские подонки должны были быть наказаны. Это будет моим наследием. Стрэндж хватал любого, кто мог его скомпрометировать, и посещал его в Arkham City. Замечательное наследие. Ну, по-моему, он другое сказал. Плюс биометрические датчики на твоем костюме зашкаливают. Твое самочувствие сильно ухудшилось. Я только что беседовал с нашим старым другом Квинси Шарпом. Он подтвердил, что Стрэндж работает на кого-то еще. Я собираюсь узнать, на кого именно. О чем ты? Тебе нужно немедленно доставить образец крови Фризу. Доставлю. Но сначала... Никаких сначала. Немедленно возвращайся в лабораторию. Пожалуйста, Брюс, ради не меня. Вернуться к мистеру Фризу в полицейскую лабораторию с образцом крови Розаль Гула. Ну, давай вот тут до этого доберемся. До лаборатории Фриза. Там еще какое-то было написано дополнительное задание. Что там с копами встретиться, чтобы какое-то оружие получить. Но я думаю, все нужные мне гаджеты даются по прохождению. Ну, либо ты потратишь кучу времени, чтобы пройти. Ну, как бы ты получишь... Новый гаджет, допустим, электро-бета-ранг, и откроешь плюс еще 50 вопросиков. Ну и что? Так чисто. Чтобы просто их найти все. Hey, Batman, can you hear me? It's Officer Jones back at the museum. Hope you can hear me. I'm using one of the radios Penguin's crew were using. We found something in Penguin's stash that the boys think you might be interested in. We're holed up in the Iceberg Lounge. Swing by and we'll show you. Или туда сходить? Нет, давай-ка мы к Фризу пойдем. Все.
все равно я уже тут рядом. Только я не вижу. А. Здание у меня за спиной. Вот оно. Опять толпа. Да-да-да-да-да. Ну давай кого-нибудь мы грохнем. У нас разнокалиберные враги, каждому нужен свой подход. Свои комбо-удары разные. Но от этого веселее боевка смотрится. Так, нет. Шапки мы бьем последний. Хотя я не знаю, что. С щитами надо. Нет, со щитами... Да, вот забава в том, что щиты мне не дают сделать одно, а этот не дает мне ударить щитов. Вот, уже проще. Давай. Б. Все, наконец-то. По-моему, здесь мы будем драться с мистером Фризом и получим у него замораживающуюся пушку, короче. Она будет просто глыбы делать. Ну и плюс еще перекрывать всякие горячие источники пара. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Ладно, будем на этом заканчивать. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.